Мы с моим партнером, с которым танцевали, у нас в жизни там случились, мы с ним поругались очень сильно. Но не то, что мы поругались, у нас мы там... Такие у нас напряженные очень отношения были. И вот до чего вот они были напряженные, что мы смогли дойти до того, что мы умудрились на сцене выяснять отношения. Не посредством того, что мы там разговаривали или что-то, а посредством танца. Вот я должна смотреть на него, а я вот сижу и смотрю, он говорит, почему ты не смотришь на меня? Я там, не поведя бровью, продолжаю сидеть. Его там это раздражает, он начинает меня там спускать с какой-то поддержки, обязательно там куда-нибудь вот так поставить, чтобы мне больно было. Я там протру рукавом, ну вот такие вот вещи там на поклону. Ну, это, конечно, смешно, но я потом думала, господи, какой детский сад это. Вот как можно было вот до такого дойти, чтобы такое на сцене устраивать? У меня был вот в том сезоне блок спектаклей. Я танцевала в Миланском Ла Скала балет «Дон Кихот». И мне нужно было после этого сразу же ехать в Америку к труппе Большого театра на гастроли, тоже балет «Дон Кихот». Два балета «Дон Кихот» абсолютно разные. Там в редакции Нуриева и в нашей редакции абсолютно категорически разные спектакли. Я, значит, лечу, я думала, я прилечу и там несколько дней отдохну, порепетирую, буду танцевать в труппе Большого театра. Но, как всегда, у нас в России там могут не предупредить, не сказать. Я прилетела утром, и вечером я должна была выходить на сцену. Как там был жуткий джетлэг, там болели ноги, все. И это все путалось. Какой-то кошмар, я постоянно на сцене пыталась танцевать не ту версию спектакля, меня все подталкивали, но я просто не понимала, где я нахожусь, просто сводила ноги, потому что невозможно из Европы в Америку и вечером сразу танцевать. Нам, к сожалению, у нас организм балетный, это же физика, мы, к сожалению, не можем, летя в самолете 15 часов, потом выйти и исполнять все на таком уровне и качестве, как это, к этому надо готовиться, это очень серьезно. Танцевала вот всю не ту редакцию в спектакле. Партнеры на меня смотрели как на идиотку чуть-чуть. Засыпала даже. Перед... У меня была сцена сна, и был перерыв там буквально 20 минут. Я переоделась в костюме и подумала, я чуть-чуть посижу и пойду. Чуть-чуть. И проснулась от того, что меня дико трясла моя костюмерша, которая говорит, Наташа, ты уже на сцене. Ну, вот просто буквально минуту села, думаю, ну вот чуть-чуть. Потому что когда вот такое состояние, когда просто вот так вот уже голова... И вот так вот практически пропустила свой выход, потому что уснула. Просто в раздевалке села и уснула прямо во время спектакля. Это ужасно, конечно. Потом после этого спектакля болело все так, потому что, ну, такая нечеловеческая нагрузка на тело после всего. Так что, вот, честно, ночью вот даже тяжело было до туалета дойти, вот так вот встать, вот такой, вот такие вот ужасы. OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.